Друзья, приветствую. Автосалон Hyundai. Вот, ребята, автосалон Hyundai. Hyundai i30 Wagon. Универсал. Так, а какая у нас комплектация тут? Elegance. Ну, это конкурент Kia Ceed SV. В таком темно-сером цвете. В принципе, стандартный салон для Kia. Светло-серый потолок. Hyundai Staria. Ребята сказали, вот только что ее купили. 2.2 дизель. С допами, дисками за 22 миллиона тенге. Ну, аппарат такой, я скажу, что прям не микроавтобус, а прям конкретный автобус. Очень модный, технологичный. Ценник даже вот убрали. Только что забрали. Hyundai Tucson, комплектация хай-тек, 16 890 000, полный привод, 2 литра в черном цвете. Ага. Это у нас Соната, 14 090 000 тенге, двухлитровая, передний привод, шестиступка, комплектация актив. Очень красивый автомобиль, конкурент Камри. Потолок светло-серый. Вот Hyundai Elantra, двухлитровая, 13 490 000. В белом цвете. Также есть по акции 1.6 на механике. Но они, по-моему, еще не доехали до нас. Их быстро будут разбирать за 10 миллионов в тенге. Кому интересна цена в рублях, делим на 5,5. Ну, это вот такая вот богатенькая комплектация. Светло-серый потолок. Неплохо.